Здравствуйте, я Арсен Аваков и в эфире программа «Акценты». Сегодня в нашей программе два сюжета, два направления. И оба, к сожалению, тревожных. В январе месяце стартовала неожиданно и ожидаемо акция протеста чернобыльцев и афганцев на Харьковской площади Свободы. Традиционно эта площадь наполняется акциями протеста. В чем вопрос, в чем дело и чем недовольны эти ветераны, эти заслуженные люди? Сегодня в студию мы пригласили двоих представителей протестующих. Это Белоенко Владимир Николаевич, председатель Совета ветеранской общественной организации «Ветераны войны, инвалиды, чернобыльцы». Добрый вечер. Добрый. И Виктор Николаевич Коваленко, глава городской афганской организации. Добрый вечер. Я бы попросил вас, чтобы вы сформулировали, чем вы недовольны, почему каждый день на площади акции протеста и чем вызвано ваше возмущение. Мы вышли на улицу, чернобыльцы, потому что в Верховной Раде был зарегистрирован 14 января этого года законопроект, который предусматривает процедуру выполнения решений судов. Но во втором разделе этого законопроекта мы увидели вопросы, которые поднимает Кабинет министров, а он инициатор этого законопроекта, подал в Верховную Раду премьер-министр Украины Азаров Николай Янович. И в втором разделе почему-то в таком, казалось бы, нужном государству законопроекте оказались изменения в 17 законов Украины, касающихся социальных гарантий многих категорий граждан. Там оказался, подпал под изменение закона Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Этот закон известен всем чернобыльцам на Украине. Он устанавливает статус этим лицам и гарантирует от государства ряд компенсаций. Например, оздоровление для чернобыльцев разных категорий устанавливается в размере 5 минимальных заработных плат. Ну, там, согласно конкретной группе инвалидности. Также и другие. Владимир, сейчас прерву на секундочку, да. От формальности, да? Сколько у нас ветеранов чернобыльцев в Харьковской области проживает и состоят у вас в организации? Сколько у нас инвалидов? Ну, в общем, в области по статистике 28 тысяч граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них инвалидами являются порядка 8 тысяч инвалидов. Я вам задам еще один такой неприятный вопрос. Скажите, а я просто знаю ответ на этот вопрос. Хочу, чтобы все услышали. Назовите, пожалуйста, статистику смертей чернобыльцев в последние годы. Мы теряли людей в количестве 300 человек в год. Эта статистика, к сожалению, на сегодняшний день увеличивается 400-500. Вот. Это таких... я к тому говорю, что когда вы говорите о том, что в размере 5 окладов оздоровления для чернобыльцев, то что всем было ясно, почему этим людям выделяется оздоровление. Потому что после труда на зараженном реакторе люди эти поражены достаточно сильно. Ну, естественно. Программами бюджетными предусмотрено... Итак, программами бюджетными раньше традиционно было предусмотрено. Специальная медицинская помощь, ну, я хотел бы сказать, оздоровление, да. Все предусмотрено, выплаты, было, да, но... Кое-что делалось, а кое-что и нет. Делалось, но бюджетное финансирование в каждом бюджете закладывалось по предложениям Кабинета министров. То есть нормы законов в полном объеме финансирования, те гарантии, которые прописаны в законе, такого не было никогда. Мы об этом всегда говорили в Верховной Раде, президентом, в Кабинете министров. И какой-то кредит доверия у нас исчерпался. Поэтому, если мы раньше ждали, просили, убеждали законодательную ветвь власти, исполнительную, то теперь вы последние требуете. Годы мы обратились к судебной ветви власти
И нас там поняли, к сожалению. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, значит, вот вы сейчас протестуете против принятия этого закона, который подал кабинет Николая Азарова. Если этот закон будет принят, то, я так понимаю, существенное количество льгот для чернобыльцев и афганцев будет скасовано. Так? Да, мы предполагаем, цель, как это будет все. И цель вашей акции... Наша цель оставить закон наш о статусе и социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в покое. Мы категорически против всех попыток, которые приводят к суживанию объема прав и гарантий, которые уже есть. Они прописаны. И суд... Вы считаете, что они без того недостаточно, а еще их уменьшать и вовсе ну, вот этот законопроект, нехорошо. За этот законопроект второй раздел. В правовой державе нельзя так поступать. Владимир Николаевич, но с другой стороны, законы же на площади не принимаются, и вы вышли на площадь для того, чтобы привлечь внимание политиков, привлечь внимание депутатов и тех, кто вообще как-то влияет на ситуацию. Так? Да, чтобы нас услышали. Ну, вот я как депутат областного совета пригласил вас и дал вам эту трибуну, эту возможность в этой передаче. Вот вы можете напрямую обратиться к этим людям, которые принимают решения, смотря им в глаза и сказать им несколько слов. От обладминистрации мы просим публичной поддержки и обращения в Верховную Раду, президенту и в кабинет министров о том, чтобы кабинет министров отозвал законопроект, а все остальные лица государственные, и депутаты, и президент не допустил в Верховной Раде принятия, если он начнет процедуру рассмотрения. Спасибо. На площади вместе с вами стоят афганцы. Виктор Николаевич, я прошу вас, какова ваша позиция? Я хотел бы поблагодарить правительство за тот подарок, в кавычках, который оно сделало нам к Дню вывода войск с Афганистана к 15 февраля. Мы глубоко возмущены вот этим законопроектом, который находится в Верховной Раде Украины, правительство Кабинета Министров. И мы считаем, что данный законопроект является такой тихой контрреволюцией, которая пытается устроить нам Министерство юстиции, которое готовило данный законопроект. Речь идет о том, что многие ветераны и боевых действий, и чернобыльцы написали в Европейский суд просьбу разобраться в ситуациях, которые касаются единоразовых выплат. Отсюда все и пошло. Получается так, что закон о статусе ветерана войны, в котором четко определены те позиции, которые касаются медикаментозного обеспечения, санаторно-курортного лечения, Кабинет министров четко выделил все моменты, которые связаны с финансированием. То есть, в том числе и вопросы, которые касаются коммунальных платежей. Мы еще до конца, многие, не разобравшись в этих бумагах, не до конца понимают, какая это опасность. Речь идет о том, что кроме того, что Кабинет министров, учитывая кризу, ненаполнение бюджета, те обязательства, которые касаются закона о статусе статуса ветеранов войны, он не будет выполнять. Но кроме этого, они дойдут и до коммунальных платежей. Мы уже имеем прецедент и работу с господином Азаровым, который ввел квоту по электроэнергии. То есть все инвалиды, участники боевых действий получают дома квитанцию, где 100% или 75% мы не платим за коммунальные платежи. Однако электрическим мы пользуемся 105 киловатт, а выше мы платим и так далее. Мы четко понимаем, что и по газоснабжению, и по канализации, и по другим вопросам будут обязательно, я в этом даже не сомневаюсь, оплаты свыше лимита. Мы четко видим, как происходит в Киеве ситуация с метрополитеном буквально на той неделе, когда решением киевской городских властей был решен вопрос о оплате льготными категориями метрополитена, в котором не написано чернобыльцы, афганцы. Ну, кстати, в этом уже сегодня объявили о том, что стоимость проезда в харьковском метро будет 2 гривны. И, видимо, не за горами и отмена льгот. Мы сегодня на нашем социальном Майдане это почитали. То есть идет четкое наступление на социальные права той категории граждан, которые являются участниками боевых действий, ветеранами. И к нам на социальный Майдан приходят многие люди, ветераны войны, труда, с нами дети войны. И в этой ипостаси, когда уже конкретно по карману ударит больно, тогда, конечно, все выйдут. Но мы обратились во все фракции Верховной Рады Украины. Мы хотим посмотреть, как господин Ефремов, как Кириленко, Кармазин и многие лидеры партии поддержат наши инициативы. Как отреагирует господин Литвин, сидя в высоком кресле.
Понимаете, не хочется уже разговаривать с высокими политиками в телевизор, потому что телевизор нам не может ответить. А на Майдан социальный к нам не выходит никто, прячется. И многие говорят, что ошиблись в своих каких-то видениях в отношении выборов в местные органы, Верховную Раду. Ну что ж, я могу вам обещать только одно и твердо. Мы с вами об этом поговорили и обсудили, что ваша позиция будет полностью поддержана депутатами областного совета от оппозиции. И на ближайшей сессии областного совета мы, фракция партии «Батьковщина», я думаю, что целый ряд других оппозиционных депутатов присоединятся, попробуем поднять этот вопрос с тем, чтобы заручиться поддержкой Харьковского областного совета и ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о отзыве данного законопроекта. Что касается инициатив ваших по Верховному совету, то мною будут переданы в ближайшие дни документы непосредственно во фракцию партии «Батьковщина» для того, чтобы мы могли предметно выступать против этого законопроекта. Не думаю, что хватит ума проголосовать за этот проект провластным фракциям. На то, собственно, и, я так понимаю, направлены ваши протесты. Последняя сессия Харьковского областного совета приняла целый ряд сомнительных решений в области культуры. Я депутат областного совета, член комиссии по вопросам образования и культуры. И мои коллеги по фракции партии «Батьковщина» и целый ряд других оппозиционных фракций голосовали против этих решений, как решений, мягко говоря, спорных. Разобраться в этой ситуации я сегодня пригласил в студию моего коллегу, депутата Ивана Григорьевича Варченко. Добрый вечер. Доброго вечера. И Владимира Израилевича Гальперина, директор Харьковского областного центра народного творчества, заслуженного работника культуры. Добрый вечер. Добрый вечер. Я попросил бы, Иван Григорьевич, вас коротко охарактеризовать, какие были приняты решения и, в общем, какова, на ваш взгляд, философия этих решений? Ну, по-перше, культурне життя Харківщини не стоїть осторонь від тих тенденцій, які ми спостерігаємо в Україні. Спочатку урядування цієї влади, а зараз ми можемо річні підсумки підвести. В Києві воно почалося з того, що першим рішенням під час вже інаугурації нового президента було те, що прибрали найстарішу, мабуть, в Україні книгарню з Хрещатика. І далі вже не будемо зупинятися детально на тому, хто керував культурою, керує культурою, освітою, призначення табачника. Воно говорить про те, що культура в Україні далеко не першочергове завдання зараз ні для уряду, ні для місцевої влади. Коли ми говоримо про Януковича з командою, і коли ми говоримо про команду партії керуючої на місцях, то ми бачимо про те, що як мінімум це другочергове значення приділяється питанням освіти, науки, культури. І тут є дві проблеми. Перша – це в цілому зневажливе ставлення до культурних цінностей, які є в Україні. А друге – це споживацьке ставлення до того, що ще складає цінність із тих речей, які належать культурі. Отже, в першій частині обласна рада на останній сесії прийняла рішення про реорганізацію шляхом з'єднання, об'єднання трьох культурних центрів в Харкові. Перший – це Український культурний центр, другий – це Харківський обласний центр культури і мистецтва, і третя – це картинна галерея. Ця реорганізація передбачає, насправді, створення єдиної юридичної особи, єдиної установи, в якій буде єдина бухгалтерія, і, мовляв, за цей рахунок ми зекономимо там значну частину грошей із бюджету, які дозволятимуть нам покрити ті витрати, які передбачаються. Ну, знову ж зупинюся на тому, що бюджет на культуру в Харківській області затверджений на 2011 рік вже менший на 5%, ніж той, який був затверджений в 2010 році. З 80 мільйонів, які передбачені на культуру в Харківській області, залишилося на цей рік 75 мільйонів. Я хочу звернутися до своїх колег по обласній раді, що, друзі, не там ми шукаємо гроші. Насправді треба думати не про те, в кого ще можна забрати. Ви почали з афганців, з чорнобильців. Зараз питання культури, забираємо у них гроші, а подумати, як зробити так, щоб економіка заробляла ті гроші. Не з позиції клептомана, де що погано лежить і що можна вкрасти, а як заробити, щоб грошей було більше. Всі ці реорганізації, вони заощаджують максимум кілька десятків тисяч гривень,
які абсолютно не принципові 80-мільйонному бюджеті Харківської області, закладеними на культурі. Разом з тим створюється конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація навколо трьох дуже привабливих об'єктів. І харків'яни дуже добре знають ці об'єкти. Один із них – це Український культурний центр, колишній кінотеатр «Юність», ціна якого кілька десятків мільйонів доларів, ринкова ціна. І зрозуміло, що ця ціна покриває як мінімум десятирічні витрати на всю ту культуру, яка в Харківській області існує може існувати протягом того часу. Так само достатньо цінна будівля, яка належить Українському центру народної творчості по вулиці Пушкінській. Теж це особняк, який дуже привабливий. Ну і зрозуміло, що ми не виключаємо, що те приміщення, яке зараз займає картинна галерея, найближчим часом може перетворитися в приміщення під банк. Не хотілося б бути пророком в цьому розумінні, але та тенденція, яка є в Україні, показує про те, що цілком виправдано, що ми передбачатимемо гірший варіант у Харкові, бо в Україні почав цей уряд з того, що я вже говорив, з книгарні, потім пішов Інститут національної пам'яті, скорочення в цілому видатків на культуру, скорочення видатків на культуру в Харкові. І тобто ми, опозиція, з вами в місті подозріваємо, що помімо самого по себе неправильного шага экономия на культурных ценностях, которые без того у нас достаточно были ужаты, здесь еще и будут присутствовать целый ряд меркантильных соображений. И подозревая такие шаги, возмущаемся этим и пытаемся противодействовать. Кроме того, скажу о том, что приняты или готовятся к принятию решения или обсуждаются уже в среде власти такие решения, как, например, прекращении существования отдельным лицом молодежного симфонического оркестра, о слиянии театра мускомедии и Харьковского оперного театра. И вкупе с теми решениями, которые были приняты, вот о слиянии трех крупнейших, важнейших предприятий, все это, конечно, наталкивает на мысль о том, что культура далеко не в первых приоритетах нынешней власти. Сегодня мы пригласили Владимира Гальперина в студию. Он директор одного из этих предприятий. Во-первых, Владимир, большое спасибо, что пришли. Спасибо. Вы действующий директор, вы не испугались и вы пришли. Я подчеркну отдельно, что вы всегда демонстративно дистанцировались от политики и известны в творческих кругах как очень такой настойчивый и неудобный популяризатор и организатор процессов поддержки народного творчества. Это касается и самодеятельных коллективов, это касается и тех, кто, кого у нас принято называть мастерами народного творчества, тех, кто делают прекрасные, маленькие, большие шедевры, и, которые радуют глаз. Все то, чем мы гордимся в части фольклора нашей слобожанщины. И вы сегодня, так сказать, вот пришли в студию к оппозиционному политику для того, чтобы заявить о своей точке зрения. Прошу вас, я обещал вам, что мы никак не будем купировать ваши слова. Спасибо большое за комплименты, Арсен Борисович. Действительно, ситуация сложилась очень нехорошая. И вы правы, Центр народной творчести, я как директор, никогда не... Сколько лет у директора? 8 лет уже. Я надеюсь, что будет у меня контракт до 2012 года. Я надеюсь, что я спокойно доработаю. А кто вас назначал директором? Директором меня назначал Евгений Петрович Кушнарев, Царство Небесное. Продлевал контракт я. А продлевали контракты вы. Так что это самое. Я надеюсь, что несмотря на то, что я пришел к оппозиционному политику, культура вообще не имеет в принципе политического никакой политической расцветки. Потому что люди, которые занимаются культурой, они занимаются тем, что необходимо всем. И скажем, что культура – это база и основа любых процессов в обществе, да, в том числе и политических. И политических, да. Потому что я хотел сказать следующее, что отношение к культуре в Харькове вообще должно быть уникальным.
У нас нет украинской культуры, у нас нет русской культуры, польская, еврейская, армянская, неважно. У нас есть одна большая культура слобожанщины. И как раз Харьковский областной центр народного творчества всегда занимался культурой слобожанщины на протяжении уже почти 75 лет. И разрушая центр народного творчества, уважаемые господа, которые приняли это решение, они в первую очередь разрушают фундамент всей культуры. Потому что народное творчество есть фундаментом. И если у здания убрать фундамент, то здание завалится просто. Это первое, что я хотел отметить. Второе, что я хотел бы отметить, что на чем же нашим детям в Харькове или в области воспитывать патриотизм? Что такое патриот настоящий? Это человек, который знает истоки своей семьи, своей родины. А на чем же он будет учить и учиться, если мы уничтожим фундамент? Это второй мой постулат. Третье, что я бы хотел бы сказать, что и Центр народного творчества, и 50 тысяч участников самодеятельности, которые работают в области, и более 2000 мастеров очень негативно приняли решение это со стороны нашей власти. Скажу почему. Вы, наверное, знаете, что в Харькове областной центр народного творчества не называется там областной дом народного творчества или областной центр, домик. Вся область знает областной центр народного домик. Это что-то родное. Для наших мастеров это жизнь. Для наших участников коллективов это жизнь. Потому что представьте себе, люди, которые отработали либо в поле, либо на тракторе, либо еще в какой-то в сельской местности на какой-то работе, после работы приходят петь в хор. А потом они приезжают к нам в центр выступать, к нам в домик выступать. И лишить их этого, лишить их очень большого отрезка их жизни. Или выставляться. Или выставляться мастерам, которые со всей области. А у нас приезжают. Есть выдающиеся мастера. У нас есть выдающиеся мастера. Я десятки прекрасных мастеров, которые выставляются, сотни мастеров, которые выставляются. Из них десятки уникальных. Просто я сейчас начну перечислять фамилии. И вышивки, и скульптуры. И вышивка, и резьба по дереву, и соломы. Соломенные куколки. Кстати, да. Вы на всех звитах в Киеве, на печенежских полях, на слобожанских ярмарках. Везде выставляются эти мастера. Удивление, восторг у всех посещающих. Заслуженные народные артисты, деятели искусства. Я не говорю, что у нас среди семи, что Харьковский областной центр народного творчества самый крупный в Украине. Один из самых влиятельных. Я не могу говорить, что самый влиятельный. Никто эти рейтинги не проводил. Но то, что он самый большой. Это... И лишение, если в Харькове, мне звонят коллеги со всей Украины, если в Харькове закроют центр народное творчество, то это значит, следом пойдет эта цепочка. И это ужасно. Поверьте мне, я как человек, отдавший там большую часть своей сознательной жизни, понимаю, как... И я думаю, люди, которые смотрят эту передачу, для них не безразлично, как будут воспитываться их дети. Владимир Владимирович, ну, власть придержащая, когда вот мы с Иваном Григорьевичем дискутировали с ними на эту тему в областном совете, говорили примерно следующее. Да чего вы переживаете? Ну, объединим их все, будут они вместе заниматься и украинской культурой в украинском культурном центре, и выставлять галереи, и Гальперин будет водить своих выступающих, значит, бабушек, петь частушки. Все будет нормально. Значит, а вы по этому поводу что думаете? Я по этому поводу думаю, что вас же взагалі не смущает там єднатися с украинским центром, да? Вы же на самом деле украинец больше, чем многие. Ну, я не говорю про национальные аспекты, я говорю про чисто профессиональные. Поскольку нельзя запрячь коня и трепетную лань, галерея занимается профессиональным искусством. Украинский культурный центр «Юность» занимается развитием культуры украинцев, которые живут в Харьковской области. Литературные процессы. Литературные, ну... Украинцы, татары, российские. Харьковский областной центр занимается всей областью. Совершенно верно. Это разные профили. Это абсолютно разные. И поэтому, когда нам говорят, что все так, мало того, господин Кузнецов, начальник управления культуры, который выступал вчера, давал пресс-конференцию, он рассказывал о том, что да, там мы создадим, там будут и какие-то методические отделы, музейные отделы, библиотечные отделы. Это его слова. Я ничего не придумал. Можно взять пресс, его в интернете сегодня было.
на сайте, кстати, облдержадминистрации. Это абсолютный бред. Это, ну, у меня просто, ну, понимаете, есть законодательство. Владимир Владимирович, что вы предлагаете? Ну, во-первых, самое главное, я предлагаю отменить это решение. Потому что оно незаконно, оно принято незаконно, насколько я понимаю, и исполнять его невозможно, поскольку в этом решении, я, люди не юристы, может, им это не очень интересно будет, но две вещи я только скажу, вернее, одну. В одном решении принято на одной странице злыття, на другой странице ликвидация. Это абсолютно разные юридические понятия. Если нас взывают, значит, не надо никого увольнять. Если нас ликвидируют, нужно всех уволить. Ясно одно. Решение принималось очень поспешно, и депутаты об этом узнали буквально за час до внесения вопроса на комиссии. И ясно вопрос, что не подготовлен, был как-то спонтанным каким-то импульсом. Причем я хочу сказать, что мне позвонили, я далек и от оппозиции, позвонили депутаты из партии регионов, сказали, что это что-то непонятное. Также позвонили депутаты из поступа и сказали, Владимир Владимирович, что-то такое непонятное депутаты происходит. Депутаты из партии регионов тоже многое понимают, да. И дай бог, очень поэтому, приличные люди, но говорить не могут. Я все понимаю, сказать не могу. Мы надеемся, что, ну, поскольку это решение настолько, даже для них это понятно. Кстати, и Министерство культуры и туризма полностью поддерживает нас в нашем. И были направлены письма министрам, губернатору и главе областного совета о том, что недопустимо закрывать. Я думаю, это. Что тот аргументированный, значит, порядок, который вы тут изложили, возражая против таких действий, должен найти... У нынешнего губернатора и у министерства. Дело в том, что в министерстве это нашло. Я хочу сказать следующее. Я прошу тоже, чтобы это... Я, например, на 100% не уверен, что губернатор или глава областного совета знает об этом. Решение готовилось управлением... Что самое страшное? Решение готовилось управлением культуры и туризма, которое обязано защищать эту сферу, а не уничтожать. А у нас начальник управления культуры и туризма считает, что он может разрушить эту сферу. И тем образом войти в историю, наверное, как первый начальник управления культуры, который уничтожил свою же отрасль. Но, может, это ему так нравится. И что я хотел сказать следующее, что очень важно, на мой взгляд. В Харьковском областном центре народного творчества находится единственный в странах СНГ, Украинско-Норвежский центр культуры и сотрудничества. Казалось бы, ну подумаешь, единственное, что там у нас центры есть, какие-то имени, там имени Фритёфа Нансена. Да, я про это особенно хочу сказать. Ну, центр Фритёфа. Кто такой Фритёф Нансен? Казалось бы, ну, какой-то норвежец. 6 миллионов спасенных людей в России и на Украине. Люди, послушайте, 6 миллионов спасенных людей. В страшные годы Голодомора 20-х годов. Мы, продолжая жизненный путь так, и идеи Нансена, вместе с посольством Королевства Норвегии в Украине основали и продолжаем работу по компьютеризации сельских школ и детских домов Харьковской области. Не господин Кузнецов этим занимается, не многие другие, кстати, депутаты тоже. Этим занимается норвежское посольство вместе с Украинским Норвежским центром культуры и сотрудничества. 6 компьютерных классов уже установлено в отдаленнейших районах Харьковской области. Тысячи детей получили доступ к самым современным технологиям. Еще тысячи могут получить. Закрыв наш центр, господин Кузнецов или кто там, мало того, что он лишает наших детей прошлого, лишая их возможности к своим истокам обратиться, он их лишает еще и будущего. Вот что самое страшное. Дети, причем это сельские дети, я подчеркиваю, это дети в далеких сельских районах. В Изюмском районе, в Балаклейском районе, в Двуречанском районе. Поэтому я надеюсь, что уважаемые господа депутаты, которые принимали это решение, прислушаются к моему мнению и ко мнению общественности. И, может быть, это решение все-таки отменят. Владимир Владимирович, я вам обещаю, как депутат областного совета с коллегой Иваном Григорьевичем, что мы формализуем ваше предложение и попробуем внести на рассмотрение комиссии областного совета и сессии все-таки решение о остановке этого принятого это прошлой было, сессии это, решения, это... для того, чтобы можно было детально разобраться и дать возможность власти исправить вот эту, на наш взгляд, ошибку. Ну, у меня к вам еще в заключение один маленький вопрос. Еще раз завершу с тем, с чего начал. Вы вообще не боитесь, вы пришли в студию, вот так вот высказываетесь,
Времена плюрализма прошли. Ну, во-первых, вы знаете, есть замечательная древнеримская поговорка: «Делай, что должен, и будь, что будет». Браво. И мы, и наш коллектив следуем этой поговорке. И это... А кроме того, есть еще одна, я уже займу время, одного из великих немцев, что когда в середине, когда пришли нацисты к власти, он говорил, что когда стали брать коммунистов, я молчал, я не коммунист. Потом стали брать евреев. Я тоже молчал, я не еврей. Потом стали брать католиков. Я не католик, я молчал. Когда пришли за мной, некому было говорить. Говорите, господа, и это будет полк от этого. Вот такая у нас сегодня оппозиционная передача с оппозиционной риторикой, но в надежде исправлять допущенные ошибки. И сегодня мы, критикуя, предлагаем. Не бойтесь, страх убивает разум. И оставайтесь оптимистами.